До единого дня голосования осталось около 50 дней. Присвоение политической партии номера в бюллетене – важный этап избирательной кампании. Жеребьевка будет проводиться традиционным способом, как проводятся жеребьевки футбольными организациями, при помощи чаши и круглых капсул. Уполномоченные представители избирательных объединений по очереди вытащат эти капсулы, эти шары, и раскроют их, и мы там в них увидим номера, которые будут присвоены каждому избирательному объединению. Достают капсулы из чаши представители партии традиционно по очереди подачи им в избирком заявлений. Присвоенный избирательному объединению номер будет актуален до последнего дня голосования. Партии часто используют эту цифру в своих агитационных материалах. Аналогичная жеребьевка по выборам в Государственную Думу проходит в Центральной избирательной комиссии.